Водители ивановского губернатора публично уличили в нарушении правил. Автомобиль с ивановскими номерами был припаркован возле здания Совета Федерации на месте для инвалидов. Так бы и стояло там авто с голубым ведерком, если бы не активист московского ФАРа. Парковка перед Советом Федерации, знак, что только для инвалидов, и соответствующая разметка для инвалидов. Фаровец привлек к решению вопроса московских инспекторов ГИБДД. На нарушителя был составлен административный протокол. На сайте YouTube видео размещено под громким заголовком «Губернатор – инвалид».